Картину с пейзажами древнего города подарил Витебску директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов. Полотно особое. Над его созданием вместе с мастером работали и простые жители. Год назад художник устроил перформанс в центре Витебска. В цилиндре, на полях которого были установлены свечи, он писал улицы, и все желающие могли нанести на холст несколько мазков. Отныне картина «Мой Витебск» будет находиться в художественном музее города над Двиной. Для меня, конечно, Витебск – это, можно сказать, другая родима, потому что Витебск – это город незвычайный, який наполнены мастацкой аурой, який постоянно развивается, активно развивается, город хорошее, это вельми приемно. Але, конечно, есть такая ностальгия, ностальжи, такая спроба вернуться в той Витебск, 80-х годов, 70-х годов. Ровно 40 лет назад Прокопцов окончил знаменитый витебский худграф. Став выдающейся личностью белорусской культуры, художник и искусствовед, с большой теплотой вспоминает годы учебы. На вернисаж выставки одной картины пришли однокурсники Прокопцова и поклонники его творчества.